Мальчишки и девчонки, а также их родители – все без исключения любят принимать участие в этом увлекательном конкурсе. День города по традиции откроет парад колясок. Тема этого года – экология. Организаторы ждут не меньше 50 экипажей. Мы очень рассчитываем на то, что коляски будут особенно яркие, особенно интересные, потому что живая планета – это флора, это фауна, это тема экологии, тема переработки мусора, поэтому очень интересно, что сделают в этом году наши участники. В квартире семьи Ефимовых, как в пчелином улье, все за работой. Дед проверяет крепление, бабушка шьет и утюжит костюмы. Олег оценивает удобство транспорта. Первый раз мальчик принял участие в параде колясок, когда ему было 3 месяца. И с тех пор мастеровитая бабушка не может остановиться. Из коляски внук вырос, а потому в этом году семья участвует в номинации «Экотранспорт». И поедет главный герой на велосипеде. Узнать Ефимовых среди остальных будет несложно. Они полосатые и очень веселые. Я очень долго думала, а потом идея пришла сама собой. Как оказалось, она просто лежала на поверхности. Большая дружная семья, которая живет в чистой экологической обстановке – это пчелы. Они живут только там, где чисто, где есть свежий воздух, где растут цветы. И если мы будем поддерживать в своей стране, на своей планете чистоту и порядок, пчелы будут жить везде, они будут опылять наши сады и огороды. На велосипеде закреплен улей. Ответственный за прочность конструкции – дед. Моя задача была достать проволоки, найти, привязать все это дело, собрать всю конструкцию. Закрепить, чтобы она не падала, не отваливалась, чтобы весь ее целый в сохранности. Олег ждет не дождется, когда сможет во всей пчелиной красе погонять по Шереметьев парк-отелю. Тем более, что в роли он уже вжился и про полосатых насекомых знает практически все. А что ты знаешь о пчелках? Они на брюшках, по лицу. Волей. И что получается? Они из него делают мед. Этот велосипед Олег выиграл на параде колясок в прошлом году. В этом хочет машинку. Бабушка шутит. Хорошо, если так. Светлана тоже мечтает о новой машинке. Правда, швейной, чтобы творческие идеи было воплощать легче. Парад колясок начнется в Шереметьев парке в 10 часов утра. Принять участие можно и без предварительной регистрации. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.